тело жить. Добро пожаловать в наши будни. Кого нашел? Феликса и Лаврентия. Так, нашли вас. А где Марк? Так, остался Марк. Где Марк? Где? Я тут прятался. Дядя? Ты дядя? Подарок везет. Подарок? Да. Пойдет сюда? Пойдем. Чистая. А теперь это чистая? Угу. Олег купил рамбутаны. 810 грамм, 38 бат. Привет, меня зовут Эрик. Я обожаю заниматься. Я люблю пластилин, и можно играть по всей квартире. Машинки катают пластилин, вагончики катают пластилин. Клеить я не люблю, я люблю рисовать. А вообще, обращайтесь ко мне как к зайке. Сегодня я в образе. Очень долго. Детки там бегают, говорит. Английские детки. Как дети так долго? Ты сам так придумал ждать долго. Я не могу. В общем, история такая. Мы заказали на Алиэкспресс. Точнее, даже мы еще не заказали. Мы еще когда-нибудь закажем. Он очень хочет мака, и чтобы там были внутри машины. Ну, мы нашли 8 машин, 1500 рублей. Надо заказывать на Али, причем срочно, потому что везти еще буду 2-3 недели. Ну, попробуй объясни ему. Пройдет день-ночь. И так раз 10-20 будет какое-то решение. И он даже не слушает. Не могу дать так долго. Почему? Потому что я никак. Я тут говорю. Блин, нафиг, он там только раком стоит и все. Ветра какая, прям сдувает. Да. Там площадь больше и прям сдувает на байке. Офигеть, я не, сейчас никуда не вижу. Но прикольно. Ага, прикольно. У тебя такая прическа смешная. Ты не уложился, ну да. Не уложился. Я не укладываюсь, и камни пофиг, поэтому хотел посвечь, чтобы не могу. Или не снимайте меня. Я просто отращивал волосы, поэтому мы не снимали. Потому что, ну что, это кошмар. А вот когда они вырастут, я их вот так вот сделаю, тут, опа, и все. А да, сбоку ты ничего, да? Вот поверни сбоком. Сбоку ничего. А спереди вообще ты дома. Кошмар вообще. Блин, погода прям. О, огонь, лето. Прохлада. Кайф. Нафиг мне это надо потом сидеть монтировать 5 часов? Почему 5? Да потому что долго. Смысл? Сколько, для чего? Сколько у Стаса подписчиков? Скажи мне, кто это купит? А хотя... Да зови мне 5 потенциальных покупателей. У ТФ одна камера и все, ему похер, да?
Не, у него две. Теперь? Ну да, потому что ему надо теперь две. Одноголовая вот обычно, это, да. Это самая сраная, которая такая, которая у нас. И котик, да? Да. Все там самое. Хоть тут и постоянно лето, но время зимнее. Потому что темнеет всегда очень рано, как зимой в России. Поэтому мы не хотим в Россию, поэтому, да? У нас и так тут это. Часовая зима. И лето, и зима. Днем лето, ночью зима. Кондиционер включаешь, ночью просыпаешься от холода. Зима. Давай собачка будет вот таких цветов, смотри. Вот только ты упаешь. Что а значит, я... да. А тут вот это, у нас? Что это там? А тут кнопка. Кнопка? Да. Какая кнопка-то там? Это за банка. Супердог. А я вижу машину. В итоге получилось не собака ни разу. Это же заканчиваю. Это то, что получилось у Олега. А это мой друг. Света мало. Слушай, принеси лампу. У меня японская армия. А у тебя желтый какой-то этот самый из Mortal Kombat. Там их два было таких. Природных элемента. Или, ну, в маске. Сабзиро и кто-то еще. Палка. Помнишь? Я их не знаю. Но они крутые. Он палка даже есть. Да, и хвост есть. Палка это вообще это знаменосец. Это палка, это пятилина палка. Это на пятилине палка. Из пластилина, да, у Олега же не зубочистка, у меня получился крокодил. Крокодил. Да, хотел сделать собачку так сначала. Плащ, медаль. Вот так мы проводим свободное время. Вот материал. Строительство. То есть на основе всего этого произошло вот это. А вот это декоративные штрихи. То есть досок у меня нормальный. Всем пока. Вы представляете, мы купили какие-то конфетки. Покажи, Олег. Это не конфетки, а сухофрукты. Спайси сухофрукты. Вот такие. И они с перцем. Вот прям перец, самый настоящий перец. А где сахар, мать? Фу, я не могу, это прям перец. Это не специи, это не чили, это прям настоящий перец, жгучий, самый. Ба. Это вовремя я тебе ее отдала еще. Нифига. Да? Угу. Такие текстурные. Пап, сейчас машинки поедут. А, вот такие штуки. Витаминки. 15, 10, 12 бат. 20. Угу. В общем, от 10 до 35 бат. Это личи, виноград. Я надеюсь, там нет химии, но вроде как скупо говорили, что нету, поэтому... И Олег там что-то читал, что нету. Это вкусные, и это как мармеладки такие. Вон они прям мягкие-мягкие. Да. Эти мишки тоже 5-10 ватт. Ирик постоянно точит и кока-кола. Да. Вкусно тебе? Да, опять кока-кола. Почему опять кока-кола? Не надо. Поздоровайся с хозяйкой. Тёма, скажи привет, Зиля. Спасибо за еду, скажи. Спасибо за еду, Зиля. Да. Только я, скорее, полмесяца назад всё съел. Так поедем. Мы клеим вот так, а там ехать по дороге на кулак. Там дорогой, да, это? Нет. Где я? Прям дорогик-дорогик? Летать тебе капает. Лук не вижу, надо. Не знаю, нас с другого балкона. С этого совсем не видно. Как дела? Вот это капает. Блин, хреново. Неудобно ехать, да? Пап-пакет. Пап-пакет. Мама, пакет. Не надо ему. Он так, в капюшон оденет. Как там? Не переживай. Гандон на голову. Да, сегодня видео какое-то смотрели про Вьетнам. На додика. А, тайская опять? Мой тайская опять? Че ты там лопаешь? Че ты лопаешь там? А, че нашел? Иди папе говори пока-пока.
по минному полю. Тебе подобрать.